Добрый воскресный вечер. 19 июня, 10 минут 9. Мы на Северном проспекте. Праздное такое настроение на этой улице царит. Туда наверх, вот видите, чуть-чуть, конечно, видно здание оперы и балета имени Спендиаряна. А это какая улица? Это улица Пушкина, да? Эта улица называется Ин Ереванцу Порус. А, вот она, да. Улица Старого Ереванца. Ну вот, переведи. В переводе. Да, и мы стоим на углу этой улицы, на углу этой улицы. Вот здесь улицы. Маленький кусочек русского театра имени Станиславского. Это желтоватое здание. Чуть-чуть. Потеплело, и поэтому и народу на улицах стало больше. И настроение у людей как-то лучше, правильно? Правильно. От того, что погода хорошая. Вот видна галерея вдали наша, государственная картинная галерея. На площади Республики она расположена. Называется этот вид транспорта. Вот дети катаются. Как вот, он называется? Вот это у внучек. Вот. Segway. Segway? Segway. Overboard. Overboard или Segway? Overboard, а вы как считаете, Маргарита? Не считаю. Не считает Маргарита. В общем, мнения разошлись. Одна одно назвала, другое другое. Дала название этому передвижному виду транспорта. Сегодня давайте просто так, вальяжно будем снимать людей. Это же тоже интересно. Не обязательно все время комментировать. А можно собаку снять? Конечно. Вот. Как они сказали? Одна сказала Segway, а другая? Hoverboard или hoverboard? Но, между прочим, не такой уже безопасный вид транспорта. Это транспорт? Да, ну, передвижение, средство передвижения. Ладно, не так называется. Были случаи, когда падали и даже разбивались. Поэтому я не очень-то доверяю этому. Ну, падают и разбиваются, просто прогуливаясь тоже. Ну, там вероятности меньше. Разбиться. Вот. Дети, молодые семьи, посмотрите. Ой, какой. Мама! Я думала, это русский мальчик. Как это он был похож на русского? Оказалось, армянин. Вот. Девочка довольно-таки уверенно стоит на этом Segway. Спешащих людей на этом бульваре, будем его так называть, проспект этот, северный, нету. Все так медленно гуляют. Да, сегодня хорошо распогодилось. Два дня лил дождь. Вчера вообще по переменным перерывам без конца лил дождь. Что это было во второй половине дня? А сегодня, правда, было пасмурно, но дождя не было. А к вечеру совсем уже распогодилось. И
как-то теплее стало. Днем было холоднее. Это всегда так, к вечеру. Потому что ветра нет совершенно. Безветренно, правильно. Видите, сколько у нас красивой молодежи проходит мимо. Лучше стала наша молодежь выглядеть. И ростом выше стали, и стройнее стали. И как-то одеваться более... Со вкусом, будем так считать, стали одеваться. И на сегвеях катаются. Да. Группа тоже парней стоит. Где? Наши. Вот прямо рядом с нами, молодые. А считается, что вся молодежь уезжает. Интеллигенция уезжает. Молодежь, наше будущее нашего государства. Ну вот, посмотрите. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но у меня все время впечатление, что девушек больше, чем парней. Может, ты просто на них больше обращаешь внимание, исходя из них. У тебя обратное впечатление? Вот я, например, сразу заметила вот этих. Да, вот этих, да, понятно. Все, я понял. Вопрос снят. С повестки. И, кстати, очень мало туристов. В основном наши массы, правильно? Наше население. Когда прислушиваешься, все говорят на чисто армянском. Если на чисто армянском, это не наши. Но они мелькают так, слегка. Помахают. Да, раньше здесь было, помнишь, как пустынно совершенно. А сейчас вот развели газоны, понасадили цветов. Да, ну, да. Один момент отремонтировали. Да, покрыли гранитной плиткой полы. Это гранит? Да, и вот в это же время вот эти декоративные посадили. Рассадили деревья. Кстати, опять этот Ташир инициатор был. Ну да. То есть Самвел Карапетян.